Нет врага опасней дурака. Друзья, вы тоже обратили внимание, что каждую неделю в информационном пространстве обязательно находится тот, кого и пообсуждать не стыдно, и в кого пальцем не ткнул, пожалуй, только ленивый. Так вот, на этой неделе таких персонажей не будет. А почему? А потому что такие, как они, далеко не дураки. Но обо всем по порядку. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Не могу обойти стороной случай, произошедший в Ливане. И пусть к нам он не имеет прямого отношения, но такое реально может произойти хоть где. Днем во вторник стало известно о массовой детонации пейджеров. Уже к обеду этого же дня СМИ сообщало об 11 погибших и 4 тысячах человек, получивших травмы различной степени тяжести. Говорят, что несчастный случай произошел и с послом Ирана. Одного глаза он лишился полностью, второй поврежден. Впрочем, несчастным ли был этот случай? Ведь, как выяснилось позже, пейджеры, которые в начале года поступили в Ливан, внутри, рядом с аккумулятором, содержали различное количество взрывчатки. Где-то это было 28 граммов, где-то 56. Отсюда и такая разница в полученных увечьях. Эксперты, занимающиеся делом, пришли к выводу, что взрывные устройства могли сдетонировать после массовой рассылки закодированных сообщений. В действие мини-бомбы привели дистанционно, причем, как утверждают в сети, со стороны Израиля. Ну, потому что пейджеры эти были типа спецсвязью военного движения Ливана и попасть в случайные руки точно не могли. А значит, это была спланированная акция, направленная исключительно и на конкретных людей. Но МИД России в лице Маши Захаровой в первые же часы произошедшего резко осудил израильскую спецоперацию, назвав сам акт гибрид войной, а пострадавших ни в чем не повинными людьми. Хотя интересно тут совсем не это, а то, как все это могло произойти. Ведь по идее эти пейджеры к военным попадали по особому распоряжению лидера Хезболлы Хасана Насраллы. В прошлом году он призвал членов своей группировки отказаться от использования смартфонов по причине возможного доступа в них израильских спецслужб. Военные согласились, в результате чего в начале этого года Ливан закупил около 5000 спецустройств. Но, как выяснилось только сейчас, производитель, указанный на пейджерах, не имел к их производству абсолютно никакого отношения. Поэтому откуда, как и что за партия гаджетов попала в руки военных, еще только предстоит выяснить следствию. Хотя справедливости ради отмечу, что в среду лихорадка взрывающихся пейджеров охватила и остальную технику. Местные начали замечать, что магнитолы, телефоны, рации и многое другое сначала начинали вибрировать, а после гремели. Имел взрыв. К вечеру среды к пострадавшим гаджетам прибавились мотоциклы, скутеры и автомобили. Почему сошла с ума техника, никто из официальных лиц пояснить не смог. Но то, что это стало возможным, напрягло не только Ливан, но и нашего российского Пескова. В среду он заявил, что Россия изучит причины массовых взрывов для того, чтобы исключить риски подобных акций у нас. Ага, страшненько. Вот и я бы на месте Пескова боялась, потому как у нас, куда ни плюнь, обязательно попадешь в коррупционера. Вот в понедельник, например, в Красноярском крае возбудили уголовное дело о миллиардном хищении у Минобороны. Опять, скажете вы, и будете абсолютно правы в своем негодовании, потому как сумки с деньгами исчисляются уже даже не миллионами, а почти миллиардом. Но насладиться полученным в полной мере подозреваемый, он же руководитель компании, которая должна была построить центр управления связи, по всей видимости, не успел. Он был арестован. По версии следствия, Безруков вместе с пока не установленными подельниками под видом закупа материала
материалов вывел в теневой оборот 993 миллиона рублей, но ни материалы, ни выполненные работы у объекта так и не нарисовались, вследствие чего заказчик расторг контракт на строительство и потребовал вернуть назад полученные денежные средства. Но возвращать их Безруков не торопился, и не то чтобы не торопился, а походу вообще не собирался, ведь его компания, как выяснилось, является злостным неплательщиком налогов, задолженность по которым на сегодняшний день составляет 270 миллионов рублей. При этом, как пишут РИА Новости, эта же организация является частым участником различных судебных дел. С мая прошлого года против нее в суд был подан 21 иск на общую сумму около 30 миллиардов рублей. И вот тут мне непонятно одно: как при таком бэкграунде Министерство обороны смогло так легко авторизовать Безрукова, причем настолько просто, что без должного контроля спокойно допускать его к денежной кормушке. Ведь если посмотреть на торговые отношения коммерческих структур, то ты, продавая, например, щебень, во многие компании с ним даже не залезешь. Тебя будет тщательно проверять служба безопасности, тебе будут задаваться неудобные вопросы, и если хоть маленькая тень упадет на твою репутацию, тебе будет отказано в сделке. И поверьте, я знаю, о чем говорю. А тут целое Министерство обороны, госзаказ на 6 миллиардов 800 миллионов рублей. И что, никому в голову не пришло посмотреть на Безрукова повнимательнее? Ну, не пришло, значит, судитесь. Просто грустно от того, что кто-то наверху так легко распоряжается чужими средствами. А в итоге мошенники жируют, юристы за свои 30 тысяч ходят на заседания, а госконтракты повисают в воздухе. Впрочем, они же своих не бросают, не бросят и Безрукова. Помните директора парка «Патриот», которого вместе с подельниками не так давно обвинили в хищении 30 миллионов рублей? Так вот, на этой неделе его выпустили из СИЗО. Как утверждает РБК, изменили меру пресечения на домашний арест сроком до 21 декабря. И это не может не радовать, правда, только самого Ахмедова. Ведь дома ему будет всяко лучше и всяко вкуснее, даже несмотря на то, что это разрушит идеальную картину мира в глазах россиян. Ведь давайте по чесноку. Ну, кому из нас не хочется вот этой всей публичной порки коррупционеров? Кому из нас не видится по ночам расстрельная статья за казнократство? И кому, в конце концов, не хочется увидеть Россию совсем другой? Ведь по факту все они крадут из нашего с вами кармана. И да, пусть наш карман эти деньги вживую не увидит, но на них можно сделать дороги, можно отремонтировать отделение полиции или пожарные части в Екатеринбурге, на которые, простите, но без слез точно не взглянешь. А между тем, эмоционально и смертельно опасно на этой неделе было и в офисе Wildberries. В среду днем СМИ сообщили о перестрелке. Правда, между кем и кем в первые минуты произошедшего было неясно. Позже пресс-служба Marketplace сделала заявление. Оказалось, что зачинщиком беспорядка стал муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук. Темные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда? Он вместе со своей охраной попытался прорваться в офис компании, но был встречен решительным отпором. По словам очевидцев, сначала в холле разгорелся скандал, а затем послышались выстрелы. Итог – минус 2 охранника и около 10 пострадавших, примерно столько же задержанных. Впрочем, сам Владислав утверждает, что конфликтовать с кем бы то ни было он вовсе не собирался и в офис приехал на переговоры по поводу строительства новых складов. Правда, зачем взял с собой вооруженную группу бойцов, пояснить
не смог. Кстати, как утверждает большинство средств массовой информации, все бойцы со стороны Владислава были так называемыми кадыровцами, то есть имели к Кадырову непосредственное отношение. Но оно и понятно, помним мы этот недавний плач Ярославный, когда Владик решил пожаловаться Рамзану и на отъем бизнеса, и на кражу жены. Но что-то пошло не так, и правда быстро вывалилась наружу. Тогда-то, видимо, Владик и решил, пора действовать вместе с планом Б. Вот только как на это он уговорил чеченского лидера, остается загадкой. Как и то, как этот самый лидер уговорился. Ведь Рамзан знал, что сделка по слиянию Wildberries была одобрена самим российским президентом. И идти против нее значит фактически идти против воли и решения своего старшего товарища. И теперь даже интересно, что будет дальше. Останется ли при своем Рамзан Кадыров? Предпримет ли какие-то действия президент России? А то по центру Москвы спокойно ходят вооруженные люди, а до этого нет никому абсолютно никакого дела. Вот как-то так, друзья. Ну, а на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.